Привет всем! Вы смотрите канал Leonardo the American Boy, the Little Painter. Сегодня ты маленький красильщик. Ты будешь красить вещи. Даже не вещи, а вот эту часть гаража, вот эту вот стенку надо покрасить. So, приступаем. Что ты держишь в ручке? Вот это paintbrush. Скажи paintbrush. Paintbrush. Кисточка. А вот это paint. Какой цвет? Paint. Краска. What color is it? Краска. Краска серого цвета. Пожарку ставим. Приступаем. Пожарка будет смотреть, как мы красим. А мы будем красить сюда. Иди сюда. Смотри, как папа делает. Берем кисточку. Paintbrush. Скажи, paintbrush. Paintbrush. Макаем ее, чтобы она такая была мягенькая. И потом ставим вот, вот такой слой. А ты хочешь? На, иди сюда. Иди сюда. Бери ручку. Бери. Только надо очень аккуратно. И давай. Красим, 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 красим. Очень красиво. Друзья, не ужашайтесь, у нас тут куча велосипедов. Это не наше. Мы сдаем просто наш гараж как склад. И человек держит свои велосипеды здесь и ремонтирует. А Лео красит. Вмакай. Бери новую. Очень так нежненько, немножко. Это много ты взял, Лео. That's too much. Очень много. Давай, я теперь помогу тебе. Раз. Ого, какой слой. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Всем молоток. Молоток. Написали Леонардо. Какая буква первая? Потом? Потом? Правильно? N. Потом? R. D. И последняя? И все слово будет Леонардо. Класс. Paint. Тут красота в том, что праймер вместе с краской идет, поэтому мы можем прям налаживать его на дерево, ну, на любую вещь, и она уже будет хорошо держаться и долговечно, ну и прикольно. Так что никакого переживания, не все классно. Леонардо. Привет. Следующая наша работа будет чистить гаттерс. По-русски они называются такие вещи, которые стекают по ним вода. С дождя. Вот видите сверху. Вот такие вещи.
Вот. Привет! Вот эти вот вещи будем сейчас чистить. Там они забились листьями и всякими пургой. Все. Сейчас мы покажем финальную работу. Итак, закрываем ворота и посмотрим, как гараж будет смотреться. Бай-бай, ворота! Закрывай! Все. Работа сделана. Давай со всеми попрощаемся. Дорогие друзья, наша работа завершена. Посмотри, какой красивый сейчас гараж стал. Закрылось, и красивый стал гараж. Все, давай со всеми попрощаемся. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что помогали нам красить, Лео. Спасибо тебе. Всем пока. Подписывайтесь на канал. И что ставьте? Лайк! Пока!